русскую деревню, то рядом с их национальным флагом всегда висит флаг Израиля. Вот такие вот патриоты. О арабах мы с вами тоже чуть попозже поговорим, потому что вот те места, где мы будем сегодня с вами проезжать, путешествовать, там очень много, кроме русских деревень, очень много еще и арабских. Арабах попозже. А здесь же на горе Кармель очень много живет арабов-христиан, и католики, и православные. И вот здесь есть такое место, которое принадлежит католическому ордену. Сейчас будем мы проезжать, вот город Йокнеам проедем, и я постараюсь вам этот монастырь на вершине горы показать. Монастырь, который называется Мухрака, связан он с библейскими событиями, которые там произошли.